Друзья, всем привет! Сегодня мы заглянем с вами в гости к канарейкам. Здесь сегодня у нас рабочий момент, то есть канарейки разводятся, птенчики потихонечку вырастают, но в комнате у канареек, вы слышите здесь эхо, то есть клетки перенесены, и здесь идет уборка, здесь идет перестройка, вот тут видите веник, метла, известь. Вот лестница стоит, то есть сейчас идет рабочий день. Вот, пожалуйста, потолок белим, все белим. Смотрите, как получается. Значит, видео к чему? Люди спрашивают, как вы делаете дезинфекцию там клещей разных, гомозовых клещей, разных красных, ползучих. В общем, вот известь, видите, белые стены, все выбеливается. Сегодня утром побелили, клетки переставляли с места на место. То есть как раз клетки мы убираем, там все чистим, моем. Я имею в виду задние стены, всяких жучков, паучков. Стены выбеливаем, то есть ни грибка, ничего нет. Вот. Что касается дезинфекции. Вот обычная звездка, друзья. Вот в железном ведре специальная щетка. Все это дело вот так мочит, ну, перемешиваем и белим. Ну, я понимаю, вы знаете, как белить. Такие вот дела. В дальнейшем хочу побелить потолок. Видите, одна часть потолка побелена. Здесь, если вы смотрели ранее снятые видео, здесь была вот таким образом перегородка, и здесь были волнистые попугаи. Вот эта дверь. То есть волнистые попугаи отсюда уходят. Вот видите, как они потолок вытерли. Будем белить еще потолок. Пол белить не будем, пол, кстати, бетонный. Ну, пол нам сейчас не нужен, у нас будут персональные клетки вот такого плана. Это как бы старый вариант, вот это вообще древний вариант. Будут новые клетки, примерно размеры будут 50, 30 на 30, примерно так, с поддонами. Так, что еще хотел сказать? В общем, такая перестройка, такая перестановка. Здесь все будет сделано под канареек. Как очень давно здесь жили канарейки. Здесь очень канарейкам хорошо, потому как здесь всегда есть вентиляция. Здесь всегда есть хорошее большое солнечное окно. Окно открывается, видите, вот открыто. Круглый год. Ну как круглый год? Когда мороз и слишком сильный ветер, окно закрываем. Так, здесь отопление. Все, пожалуйста, батарею будем отмывать. Окно, обратите внимание, тоже... вековая пыль, все это будет отмываться, и тут будет благоустройство под канареек. Так, сейчас есть немножко птенцов маленьких, могу похвалиться. Сейчас у нас полдник. На полдник я сегодня решил дать вот такое вот незамысловатое питание. Это перепелиные яйца, то есть ничего тут замудренного. Мы режем, я разрезал яичко ножиком пополам, потом половинку пополам. Получились четвертинки. Вот таких вот две дольки я даю на пару канареек, у которой птенцы это на полдник. С утра они уже съели свою порцию, сейчас давайте покажу. В общем, вот так вот в таких мисочках кладу. Сейчас посмотрим, как все это дело будет кушаться. Вот здесь самочка сидит на яичках. Сейчас я поставлю вот эти, покушать дам. Все поставили. Давайте, пока самочка слетела, посмотрим птенчиков. А самка тем временем покушает. Вот, видите, птенцы накормлены. Это у самки второй выводок. Первый выводок кормила плохо. Я помогал подкармливать. Выкормили одного птенца. Вон он сидит у стеночки. Видите, вот это первый птенчик. Это вон он слева. Слева вон он. Птенчик похож на папу. Папа зеленый, мама тоже зеленая, но как-то не очень они насыщенные, но что есть, пока будем с этим работать. Так, за птенцов. Вот они, птенцы, накормленные, все. Сейчас мы это дело назад поставим. Кстати, видите, гнездышки я вот в такие вот устройства вкладываю. Вот. И там это гнездышко у меня стоит. Можно в любой момент взять, посмотреть, что там. Сейчас вторую пару покормим, покажу птенчиков. Там птенчики постарше. Здесь, видите, самочка улетела. Ну вот она, сейчас давайте вам покажу. Вот это слева. Вот папа поярче, мама.
менее яркая. Вот такая пара канареек. Ну, вот мне понравилось, я так посадил. Любительское разведение, тут без всяких законов, без всяких правил. Давайте посмотрим птенцов. Здесь, видите, гнездо у меня тоже с нейлона. Кстати, я использую гнезда разные, есть и из джута. Так, сейчас давайте. Вот тут уже постарше, видите, какие воробушки. Кто хочет приручать, можно вот так с детства заниматься с птицей. Ну, канарейки сложно приручаются, но если много времени уделять, то и приручите. Будет взрослый, вырастет, будет на руку садиться, с руки будет кушать. Вот такие птенцы. Бывает в жаркое время года, вот здесь по гнезду бегают гомозовый клещ. Такой мелкая-мелкая букашка. Но вот в этом году нету. Все хорошо. А так, если гомозов клещ появляется, можно обрабатывать химией. Сейчас клетку, гнездо поправлю хорошо. Если гомозов клещ появляется, можно там разными средствами обрабатывать. Ну, это в зооаптеку идете, говорите, что есть от гомозового клеща. А вот я знаю старинный дедовский способ, я сейчас вам подскажу. Берем обыкновенную вот эту вот жердочку, вы свою жердочку убираете, идете, берете палку от бузины или какую-нибудь пустотелую, там камыш там или веник, ну бузина в основном. В этой вырезаете по размеру своей клетки, в общем, делаете жердочку из бузины, прокалываете иголкой много-много-много отверстий и ставите. Ночью гомозов клещ вылазит из всех щелей, где он находится у вас, идет, допустим, пить кровушку у вашей птицы, а под утро он прячется опять в эти отверстия, которые вы сделаете в жердочке, туда вот, чтобы иголкой проткнете, туда спрячется гомозов клещ. Такая у него конституция жизни, туда он прячется. И вы на следующее утро жердочки вытаскиваете из клетки и сжигаете. Таким образом погибает гомозов клещ. 2-3 дня вы колонию истребили, и все у вас хорошо. Ну, клетку помойте. В принципе, все. Друзья, на этом видео подходит к концу. Небольшие новости. Что было, что есть, показал. Что будет, буду постепенно снимать, показывать. Постараюсь сделать новые клетки в этом году. Это пока будет временно. Со старыми все никак не распрощаюсь. Помою, опять использую. В общем, до скорой встречи. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего.